сказал, поехали. 9 января 2024 года. Вот такая наша жизнь собачья. Это очередная помоечка. Называется «Днище». Днище Шарм-эль-Шейха, Бадавия. $10 в сутки на одного. На двоих 12. Чуть-чуть подешевле. Парадный въезд такой. Хозяйские машинки. Утренний Синай. Салам алейкум. Бадавия. Бадавия, правильно, а не Бадавия. Масочки. Вот так, экскурсии. Книжечки можно почитать. На всех языках мира. Даже, по-моему, это на узбекском. Супер. О, сегодня только нашел бильярдный пол. Стол, пожалуйста. Босс. Ну, турист жертву сюда поставляет на фартурс. Сейфы такие встроенные, можно пользоваться. Все чистенько. Кто бы сказал, что это грязь? Все чистенько, все помыто. Химчистка была, а может, новая даже. И, скорее всего, химчистка. Беседка какая-то. Собрать ее надо осталось. Утро начинается. Шведский стол закончился 3 дня назад, потому что людей в отеле мало. Кушать дают порционно. А мы сейчас закажем еду. О, как закончился шведский стол, так и начался. Это, наверное, я приехал. Ох, какой прилетит. Это я уезжаю, наоборот, а не приехал. Водичка, пожалуйста. Чай, пожалуйста. О, шведский стол опять. Кашка. Молоко, милк, пожалуйста. Вот. Ну, все чистенько. Кто сказал, что грязно? Все очень аккуратно. Рисовая кашка для детей. Пюрешка вкусная. Баклажан. Чиз, сыр. И вот сыр по-баски. И хлеб. Вкусный хлеб. Поехали дальше. А 2 дня давали порционно. Все чистенько. О, королева какие.
парка. С ума сойти. Поехали дальше. Вот. Все чистенько, все аккуратно. Никакой ни пыли, ни грязи. Музыкальный караоке-бар. Я здесь не был еще. А, вот. Вот. Здесь что-то порушилось. Это ерунда. Нам это не надо. Это скоро откроют. Будет сезон. Будет открытие. В шортиках хожу 9 января. В прошлом году в это время бы замерз. Ну это вот сцена, походу. А мы сейчас с номера сделаем репортаж и пойдем дальше делать репортаж. Мраморные лестницы везде. Все наоборот будет. Мы с номера будем заканчивать, а? 101 у меня спрашивает, какой номер, я, короче, забыл. А я и номер-то не знаю свой. Номер. Вот так, короче, бывает. Вот. Кто скажет, что здесь грязно? Здесь чисто все. Это я еще живой, скажем так. Номер вот. Смотрим внимательно. Урна, две кроватки. Рахлишку уже собрали, конечно. Телевизор вот такой. Холодильник такой. Ну какой? Вот такой обычный. В нем только мерзнет все. Потому что температуру регулировать надо чем-то. А это вот супер кондиционер. Особо. Вот. Бьешь. Все. Попер. Половичок такой. В общем, нормально все. Единственное, что не было простыни. Вернее, простыни была, а не было пододеяльника. Пришлось отсюда стянуть в другой кровати. Как-то шкафчик. Ну, поехали дальше. Репортаж делать об отеле. Вот такие номера. Тут пачка 5 дней назад валялась. До сих пор валяется. Руки не доходят. Работы много. Выкинуть некому, убраться некому. Вот такой мой супер номер. Это балкон у меня все в одном виде, можно сказать. Ну, здесь, кстати, пандусы. Вот они поехали. Имеются. И поехали дальше. Территория вся ухоженная. А мы попробуем сейчас вверх подняться. Сделать репортаж еще и сверху. Я вижу, вон там лестница, я по ней еще ни разу не поднимался. Все бывает когда-то в первый раз. А тут и нету, что ли, лестницы. А, во, есть. Ух, какая прелесть. Вид на дорогу. Так.
Это уже вид на отель Меркато. Ихняя техническая зона. И отель Меркато. Утро начинается. Да, отсюда вид интересно. Начинается. Разруха продолжается, продолжается. Время 7:30. 7 часов столовая открывается и работает до 9. И еще с часу работает. Ну да, вот эти номера больше получается ровно вот на это. На этот вынос. Ну здесь спортом заниматься хорошо. Меркато отель. У него на крыше ресторан. А людей вчера смотрели, вообще никого там не было. И днем даже единицы какие-то. Спустимся здесь. Пройдем всю территорию. А, здесь лестница есть. Так. Будет малыш. Вот это, наверное, самые коронные номера. Здесь жил мой друг в правом крайнем номере. Водонагреватель потек, теперь живет в левом, в треснутом стекле. Стекло там треснутое. Не каркайте вы надо мной. Всего подробно, каждый кусочек снять надо. Отеля. Вот здесь тоже неплохо. Диванчики. И сюда почему-то египтян селят. В эти корпуса, не знаю. Да и туда он селит. Вот. Так вот. Сделаем. Камарджо, бабиджо! Кто рано встает, тому Бог подает. Воду вчера мерил 20 градусов. Чистая, чистая вода. Вот здесь неплохие номера. Так. Здесь насосная станция. Все чистенько. Вот даже на то пошло. Пускай этот столик старенький, но он чистенький. За нами еще не убрали. Вот такой бар. Все здесь платное, конечно, практически. Спрайт, фанта только бесплатная, а алкоголь платный, а его и нет. Ну, вчера сказал, что нет. Концепция поменялась. А говорят, месяц назад еще алкоголь здесь был бесплатно. Вот. Это я бутылки сдал вчерашние. Сдадут. Они по 5 фантиков стоят. Вот такая еще зона здесь будет сейчас. Это зона для
курение кальяна. Заеб. Отель Меркато. Такая красивая зона. В общем, днище, оно и в Африке. Днище. Убираться никто здесь даже не собирался. Ну, это техническое что-то здесь для ремонтников. Это Меркато отель. Ну, пожалуй, все достопримечательности. Вплоть до помойки. Исследовано. Ну, кальянщика нет, поэтому ухаживать некому за этим. Сегодня последний день, обещают 27. А потом будет уже прохладнее. Здесь я еще не был. Типа волейбольные площадки можно организовать было бы. Или даже футбольные. Ну вот, здесь еще хуже номера. Балконов нету. В общем, все в круг я даже обошел, получается. Мы с вами обошли, точнее сказать, и исследовали все достоинства и недостатки этого днища. О, здесь что-то перегорожено, значит, нужно пойти другим путем. Полностью эта зона отгорожена от той. Поэтому мы там не прошли. Катакомбы, катакомбы. Катакомбочки. Детский бассейн еще имеется. Тоже чистейший. Вот, все полито здесь. Ранее. Получается, эта зона отделяется от той полностью вот таким забором, и там перегородка. Это, наверное, Европа отделяется от Азии. Собакир. Вот так. Вот там мы не смогли пройти. Ну, теперь здесь пройдем. Вот такая еще зона здесь. Прикольная, кстати. Фильма. Не знаю, что это такое. Столики прикольные, кстати. Сколько людей на них посидело. А, open. Открывать, и польется чай отсюда. Понятно. Exit. Выход. Выход, выход, выход. Там тоже какая-то беседка. Здесь тоже что-то рассчитано было, но не доделано.
Строчек подсолнух. Вот здесь пандусы. Я искал пандусы. Вот здесь можно, если что, заходить. Вот здесь нет пандуса. В общем, они не обязательно с обратной стороны, можно пройти и по пандусам попасть. Да, вот здесь только лестница, пандусов нет. Три ступеньки только вот эти преодолевать, а дальше уже проще будет. А, три. Не только три. И вот здесь еще тогда. Тоже не три. Да, три. Так вот отсюда, в принципе, пандус есть. Вот, можно дверь вот открывать и заезжать. Опа, здесь что такое еще? Ух ты. Ух ты. Трудно сказать, что там. А там тоже какие-то залы, типа сауны, не сауны, не знаю, что. Все, пойти поклевать чуть-чуть и в путь в новую очередную помоечку под названием Панорама. Стоп. Скажите стоп. Я куда пошел, я говорю. Скажите стоп. Стоп.